Она ищет вещество, которое имитирует запах наркотика. Итак, как мы видим, при обнаружении вещества, имитирующего наркотическое средство, собака обозначает это нахождение с замиранием. Внимание! Марш! Ну а зрители, давайте поддержим наших участников! От имени руководства МВД Вологодской области и себя лично я хотел бы вас всех поздравить с этим замечательным событием. Сегодня, 30 сентября, последний день месяца, мы празднуем замечательный праздник на Вологодчине, который образовался 80 лет назад. И почти, а даже не почти, а намного ранее было организовано общество «Динамо», в рядах которых сегодня насчитывается сотни тысяч граждан, как служащих, так и ветеранов, так и кадетов движений правоохранительной направленности. Конечно, в сегодняшний день мы можем вспомнить замечательные победы в спортивных достижениях. Но я хотел бы подчеркнуть, что не только высокими наградами славится общество «Динамо». Мы единая семья. И сегодня мы на этом стадионе покажем, как умеем проводить свой досуг праздничного дня. Пользуясь случаем, еще раз поздравляю всех с 80-летием со дня образования правоохранительной структуры милиции и полиции на Вологодчине. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, ну и прекрасного настроения. Динамо вперед!